Дороги станут ровные, а ямы исчезнут. Специалисты Уренгой Горавтодор продолжают ремонт городских артерий. Сейчас они работают на центральной магистрали. Там сняли старое дорожное покрытие, отремонтировали все мостовые швы и приступили к укладке нового асфальта. После специалисты нанесут разметку. Дорожники работают в две смены, чтобы уложиться в сроки. Тему продолжит Мария Федорчук. Специалисты Уренгой Горавтодора на время оставили центральную магистраль без одежды. С дороги сняли старое покрытие. Выровняли каждый миллиметр, отремонтировали швы на мостах. Это позволит сделать путь новоуренгойцев максимально комфортным. Водителям будет казаться, что они вовсе не едут, а парят над обновленной дорогой. Мы эти работы, естественно, уже произвели перед укладкой. Полностью произвели ремонт деформационного шва на мостах. И все нормально. На данном участке мы производим уже укладку асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время будет закончена работа. Также ведутся устройства прикровочных лотков, замена полностью на новые. На этом участке вода не скапливалась и раньше, но после обустройства специальных лотков она будет покидать проезжую часть в два раза быстрее. Сейчас дорожники трудятся над укладкой нового асфальта. Материал качественный, прослужит не один год. Погода внесла свои коррективы в работу дорожников. Из-за осадков специалисты Уренгой Горавтодора немного отстают. Мешает и то, что по вечерам уже становится темно. В это время суток укладывать асфальт качественно проблематично. Но трудолюбивые работники обещают наверстать упущенное. Для этого они изменили привычный график. Мы работаем в усиленном режиме. Сейчас на данный момент ночью тут уже темно, поэтому мы сейчас первую смену укладываем без обеда, с продленкой. Работаем пока данную полосу не уложим. Тут задействовано около 5 самосвалов, также асфальтоукладчик, катки вальцовые. Также люди, около 10 человек задействовано, специалистов. Как только здесь появится новый асфальт, специалисты приступят к нанесению разметки. Белая краска прочно ляжет на дорожное полотно и будет помогать водителям и в снег, и в дождь, и в стойкие морозы. Не сотрется. Уже через 4 дня дорожники закончат работу на центральной магистрали и приступят к ямочному ремонту на Железнодорожной, Новой и Ямальской улицах. А к 30 сентября специалисты Уренгой Горавтодора полностью завершат работы по сезонному обновлению и ремонту. Мария Федорчук, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».